герои, блядь, нет. Чунга-чанга. Привет, брат. Здорово. Здорово, здорово. Ну, с вами уже виделись. Еще раз. Здорово, брат. Нет, с тобой спали вместе сегодня. Мы сейчас это... Да! Че, правда? Ну как у вас дела? Да никак. Вообще. Никак. За полдня две рыбины. Две рыбины? Да. Ну вы же знаете, мы загнаны нашим оператором в жесткие рамки. Да. Только мегабас, только новинки, только вот те, которые с суспендера пришли, и ничего другого. Слушайте, ну на джек она всяко разная сейка. Ну а воблера пробовали в одном месте. А тут вот мы знаешь сейчас что делал? Это что прикидываем, как это происходит? Вот смотри. Во мне мало. Джек. А мы же все равно рано или поздно полностью попадет. Так воблер, оно ну категорически. Больше заниматься. Ну не хочет и все. Сейчас поймали вот одну, которую щучку, да? Все впереди. Мы тоже. Почти все. Она стоит. Но джиг худо-бедно мы и под харю подбрасываем, как что называется, да, раз, там, бух, понсу, оп, тяпнет. А воблер идет там у ней над головой, там, бум-бум-бум, подшумливает, она посмотрит, да ну ее нафиг. Чё-то лениво ну, мне, да? Тут пиявками ну, прикрылась. Почему такая хорошо. Ситуация, конечно, непонятно. Почему? Ведь были бывает дни, когда воблер переигрывает джиг просто в разы. У меня ощущение такое вот сейчас реально. Почему? Потому что вода вот она держится уже на протяжении трех недель. 10 градусов. Да, вот да. Именно. Да. То есть я считаю, что... Она еще не почувствовала, что зима. Я считаю, да, что будет где-то ну вот 7-6, вот, буквально там следующую неделю будет холодная. Вот она почувствует, и будет уже поздно. Думаешь? Ну а что сейчас? Да и в сентябре ловили на воду. Спасибо. Игорь говорит, на следующую неделю уже там будет жесткий минус. Хорошо встретить друзей на реке, когда закончились длинные поводки, а без них никуда. При нашей чебоксарской ловле. Спасибо. Ладно. Хорошо, хоть поролонки еще есть длинные. О, ТПЛ, ну ладно, похвалили. Вам тогда. Вам же можно ловить на воблера. Там можно ловить самые большие, давайте. Они как раз... Можно я выберу? Выбирай любую полосу. Я отвернусь сейчас. Вот. О, выбрал. Спасибо. Вот это класс. Я помню, мы с тобой их испытывали, и прям вот, ну, нет, они работают вообще. Не, мы маленькие испытывали, вот такие вот. Да, это они были 10 сантиметров и 17,5. Спасибо, друг. 14,5. Спасибо. Мне они нравятся. Когда тогда мы с тобой подумали, что хотелось посередине такую. Подводишь же в глубине. Помнишь? Да-да-да. У них хвостик очень аппетитный. Мне очень часто поклевывают судака прямо из-под лодки. Ну, судака любимая тема. А вот на коротке это вообще там аж пятку отдает эту поклевку. Вот очень под эти условия подходит. Ты заметил, куда я их кладу? Да это так, на 2 часа в коряжнике. Конечно, конечно. А что это там такое? Ни хрена себе, мне. Ладно, парни, мы, конечно, безумно рады вас видеть. Парни, конечно. Но поводкам и поролонкам мы рады больше. Поедем всю клавишу. Давайте, до вечера. Счастливо. До вечера. Спасибо. Где вашу передачу-то смотреть? Счастливо. Ютуб, канал Spinning Line. Понятно. Адрес верный. К нам заглядывайте тоже. Безусловно. Надеюсь, будет что посмотреть. Безусловно. Давайте, друзья. Всех благ. А мы вот вам удачи желать не будем. Мы вам тоже. Всех благ. Ну что, а все? Вот так вот. Поводки есть? Так, рыбки поводки, большие подожди, есть? Подожди, надо убрать, блин. Драгоценность. Вот я их дай-ка, я вот сюда их положу.